Добрый день. Меня зовут Чернова Анастасия, мне 20 лет, и я из Москвы. Учусь на четвертом курсе теоретического отделения музыкального училища при Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Меня всегда завораживал тембр органа и его колоссальные возможности. Давно была мечта прикоснуться к этому инструменту и что-то для него написать. Сейчас есть несколько пьес для органа, в том числе в составе ансамбля. Специально для этого конкурса была написана пьеса «Отречение» на евангельский сюжет об отречении апостола Петра. И построена она вся на теме петуха, как символ этого крика. Мне хотелось показать именно психологический аспект этого сюжета. Троекратное отречение, где тема повторяется в педали на разной высоте, и нарастающее безумие в конце. Ощутить всю тяжесть падения, угрызение совести и отчаяние — то, что может быть знакомо каждому человеку. Я рада, что эту пьесу оценили, что она прошла в финал конкурса, и ее услышат люди из разных городов и стран. Хотелось бы поблагодарить организаторов конкурса, идейных вдохновителей, их единомышленников и членов жюри, всех, кто оказывал содействие и поддержку этому культурному проекту. Конкурс «Новые классики» несет очень важную миссию — открытие новых имен среди современных композиторов. Было бы интересно услышать комментарии от профессионального музыкального сообщества, наших мэтров органного искусства, а также от слушателей, если произведение найдет отклик в ваших сердцах. Спасибо!